15 марта. Федот Ветронос. Именно от этого дня в народе появилась поговорка. Федот, да не тот. Это когда вместо оттепели случается мороз. Сильных морозов, конечно, ждать уже не стоит. Но и солнышко во вторник мы не увидим. Будет пасмурно и сыро. Днем всего 2-3 градуса тепла. Ночью до минус 3. Ветер северный, сильный, порывистый. Не очень приятный день для прогулок. Одевайтесь потеплее.